Друзья, всем большой привет! Сегодня хочу поделиться впечатлениями от использования сушилки Oberhof Frucht Trocken B53. И сразу спойлер, я очень доволен. Давно мечтал о хорошем дегидраторе, была у меня круглая сушилка, но при первом использовании понял, что и мощность оставляет желать лучшего. И не устраивает меня то, что поддоны располагаются друг на друге. Это неудобно. Хотелось сушилку как духовку, где все видно и можно достать в любой момент поддоны, в которых уже продукты готовы. Ведь зачастую мы сушим овощи и фрукты с разным временем сушки. И конечно мне хотелось квадратную, удобную, с разными поддонами и самое главное. Главное, мощную. Долго выбирал, перелопатил массу информации и все же остановил свой выбор на Oberhof. Итак, параметры. Мощность 800 Вт. Температура сушки от 29 до 70 градусов. Уровень шума минимальный, ее практически не слышно. Удобное и понятное без инструкции управление. Регулировка высоты поддонов, функции приготовления йогурта и пастилы. В комплекте уже идут 3 поддона для пастилы и 3 подстилки с мелкой сеткой. Это очень здорово. Почему сейчас многие стали именно пользоваться сушилками? Да потому что это помогает высушивать плоды и продукты, не уменьшая при этом количество их полезных элементов. Процесс работы сушилки заключается в обезвоживании плодов с помощью равномерной циркуляции теплого воздуха, благодаря чему они не пропадают длительное время. Во время сушки продукты практически не изменяют своего внешнего вида, лишь немного уменьшаются в размере. При этом за счет того, что в приспособлении используется не горячий, а теплый воздух, все полезные свойства продуктов не испаряются, как во время обычной сушки на открытом воздухе, а консервируются. А еще вместе с сушилкой Oberhof Frucht Trocken мне прислали отличную овощерезку в подарок и великолепную книгу рецептов. Я взахлеб ее прочитал и теперь просто руки чешутся, хочется приготовить все. Друзья, ссылку на эту сушилку оставлю в описании к видео. Напишите в комментариях, какие сушилки вы используете и какие ваши впечатления от использования. И если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю здоровья вам и вашим растениям.